эти проблемы у нас начались после того, как у нас приходила к нам управляющая компания «Токта», предлагала типа, к ним перейти. Хотя мы не изъявляли желания, мы им не звонили, не просили их к нам приходить. У нас нашу управляющую компанию устраивает. Приходил управляющий компании, хотел, как говорится, взять дом под свое управление. Вполне вероятно. Потому что много знакомых у них здесь. Это выяснилось потом, вот, в процессе. И, скорее всего, да. Не надо здесь снимать. Мы к ним не имеем отношения, понятно? Угу. Ну вот жители жалуются, говорят, что ваша управляющая компания имеет какое-то, соответственно, к этому причастие.